В октябре при покупке моделей Lada действуют специальные акции и предложения, которые позволяют получить дополнительную выгоду. С начала месяца условия некоторых выгодных предложений изменились. О всех изменениях сообщил портал Lada Online. Так, программа Trade-in позволяет получить скидку 20 тысяч рублей при покупке моделей Largus Furgon, Largus Universal, Largus Cross. Скидку 30 тысяч рублей при покупке модели Niva. А также скидку 50 тысяч рублей при покупке Lada Vesta Sport. Кроме того, продолжается действие программ Lada Finance, благодаря которой можно получить скидку от 20 тысяч при покупке моделей Гранта, Vesta, X-Ray, Largus и Niva. Скидка 30 тысяч рублей предоставляется при покупке Vesta Sport. Согласно программе Lada Leasing, скидка предоставляется юридическим лицам ИП в размере 30 тысяч при покупке моделей Гранта, Vesta, X-Ray. Скидка в размере 40 тысяч рублей при покупке Largus и грузовые Гранта. По акции Экогаз можно получить выгоду 138 тысяч рублей при покупке модификации Vesta, Largus Universal, Largus Furgon, Largus Cross. Также стоит отметить, что экономия от стоимости может суммироваться в рамках различных программ. Например, в октябре можно купить седан Lada Vesta с выгодой до 98 790 рублей, седан Lada Granta до 67 780 рублей, хэтчбэк Lada X-Ray до 88 190 рублей, а универсал Lada Largus до 79 990 рублей.